Какое голубое небо. Мы сегодня с подружкой встретились. Ездили к ее сестре. Я в каком-то районе непонятном. Это ты так реагируешь? На машину. Доброе утро. Я вчера так и не досняла вам, что, к чему, зачем. Гуляла я с подругой и были в гостях у ее сестры. Она просто в положении. И мы посидели, просто попили чаю. Нормально так. Но потом было продолжение у меня дома. Нет, в эту сторону. Секси такую хейр сделать. Мы немножко выпили с подругой. Это не значит, что набухались. Именно такие девичьи посиделки. Обсуждение косметики, мальчиков и всего остального. Проснулась очень рано. Так как молодому человеку рано нужно было на процедуру в больницу и на работу. А так как я всегда провожаю его, то встаю я также рано. И многие, может быть, после этого бы легли дальше отдыхать, но я не могу. Я если лягу спать, то потом ночью, не знаю, чем я буду заниматься. И да, вчера на посиделках мы ели блины. Я позволила себе 2 блинчика, буквально, хотя их была полная тарелка. Я еле сдержалась, я выпила 1 литр чая и 2 блинчика. В общем, наелась 1 литром чая. Но я не гноблю себя, как это у меня было раньше, в начале моего пути, так сказать. Тем более, что я сейчас занимаюсь, и вчера я, в принципе-то, позавтракала, и обед у меня был вообще такой легкий, поэтому 2 блинчика, в принципе, они не испортили общую картину. Самое сладкое, что я позволила себе, я без сладкого 2 недели хочу продержаться. В принципе, 2 недели уже прошли. Ну, меньше чуть, чем 2 недели. Ну, я дальше также буду продолжать. Я не покупаю сейчас ничего сладкого. Мы даже недавно были в супермаркете, и молодой человек предлагал какую-то шоколадку взять. Я сказала, что я не буду, и что, может быть, лучше он себе возьмет эту шоколадку на работу, когда именно будет идти на работу. Я не хочу ничего держать дома такого, на что может упасть просто мой зуб. Бывает желание съесть что-то сладкое. Недавно я покупала себе пудинг, но лучше съесть его, где минимум углеводов, там было, по-моему, 18 углеводов, и где минимум сахара. Это лучше, чем сожрать шоколадку. Сейчас я повалялась немного, повтыкала в YouTube, собираюсь вообще тренироваться. И это уже просто обыденность для меня. Я, конечно, не так часто веду трансляции всего, что я делаю, но в последнее время это уже просто вошло в привычку. Так что, кто все время ищет себе разные отмазки, что, видите ли, я не могу бегать на улице, холодно, я не хочу заниматься, у меня какие-то другие странные довольно причины. До того, как я возобновила вот недавно тренировки, я также искала себе кучу отмазок, не то, что даже искала, они сами находились. Я каждый раз себе давала вечером обещание, что завтра буду бегать, и наступало утро, наступал день, я так и не бегала. У меня есть отснятый материал, мне лень сейчас монтировать его, я начну монтировать чуть позже, хочу просто отдохнуть. Но отдыхать я буду лежа на кровати и втыкая в сериал, поэтому зачем я буду заниматься этим, если я могу посвятить это время тренировке, правильно? Я прям горжусь собой. Так что давайте, поднимайте свой зад, вставайте, разминайтесь, посвятите этому делу 15 минут, и это будет лучше, чем просто сидеть и ковыряться в носу. Я пока закончила все дела, настало время обеда, я уже потренировалась, уже даже прибралась, убрала елку, у меня куча стирки, и пока буду смотреть сериал «Королевы Крика», буду кушать. Сегодня у меня на обед гречка с подливой, 3 кусочка мяса, такие небольшие ушки. Я их люблю, но эти мы взяли какие-то не очень, короче. Как обычное сало, с которого шкуру счистили. Слишком соленые. И чуть-чуть горчички. После этого, может быть, еще чаек попью, но не знаю. Я уже душ приняла, привела себя в порядок. Такая свежая. У нас сегодня так светит солнце, что я без занавески просто не могу. Так светит, что не видно нифига на мониторе. Но погода суперская, и я лично
рада буду выйти вообще на улицу. Я сегодня проснулась настолько рано, что у меня уже был завтрак, обед и уже было 2 перекуса, наверное. А сейчас только 12 часов дня. О, мой бог. Всем привет. Я только с душа. Только с тренировки. Сегодня была тренировка на фитболе. Нашла там несколько упражнений и сделала их. Приготовила себе уже, что покушать. Будет у меня яичница, 2 кусочка мяса и салат. Все довольно-таки обычно. Настроение хорошее. Я уже говорила как-то, что у меня всегда после спорта такой прилив настроения, прилив сил, и я могу заниматься вот просто всеми делами, какими только можно. Доброе утро. Мы грянули выходные. О, Господи, что-то так холодно. Балкон открыт, блин. Я думаю, что так холодно. По ногам прям тянет конкретно. Грею себе супчик. Вчера очень сильно болел живот. А, мой гастрит. Потому что я не вовремя покушала. Я мучалась вчера целый день. Хотя бегала по делам. Блин, мой суп. Буду кушать один супчик, потому что боюсь, что у меня снова заболит живот. Не хочется ничем пихать таким. Вкусняшка. Я сегодня снова занималась, как и всегда по плану. В обед я кушала рыбу с картофелем. Сейчас я убегаю, поэтому я сейчас всячески собираюсь и вот уже высушила волосы. Сейчас накрашусь немножко. Вечером у меня, скорее всего, будут опять фрукты, у меня есть молоко. Я стараюсь более или менее питаться нормально, но на выходных на этих я позволила себе конфеты шоколадные. Всем привет. Я проснулась настолько рано, что уже сняла видос, позавтракала и буду обедать уже. У меня там такой бардак. Сварить яички, салат и есть картошка, но я ее есть не буду. Не хочу я крахмал есть. Утром я, как обычно, ела суп. Меня там вообще видно, нет? И вот сейчас хочу пообедать. А на вечер, скорее всего, у меня будут апельсины. Вот так. Приступаю к еде и хотела вам показать, что я все-таки взяла чуть-чуть картошки, ушки и кусочек такой небольшой хлеба с изюмом и семечкой. Не захотела ничего готовить, решила найти что-нибудь в холодильнике. Приятного всем аппетита. И смотрю шапика, пью чай. Так как я чай пью без сахара, творожная масса немножко такая подслащённая. Вообще, само то. Сейчас 9 утра, я встала раньше. Я собралась кушать творожок, вернее, творожную массу и чай. Утром уже позавтракала, суп доели. Нужно что-то сегодня готовить. Я даже не знаю, что. Это, по-моему, вечная проблема, чтобы такого приготовить.